студії Олексій Мочанов. Добрий вечір. Добрий вечір. Та, власне, який не прийшов вчасно, можливо, навіть і добре, що він останній гість на сьогодні. Ну, як ви кажете, крайній, да, тепер всі. Ну, я без таких забобонів. Гість наприкінці сьогоднішнього дня Олексій Мочанов. Будемо говорити про Дебальцеве. Чому? Тому що ти багато писав про те, що там відбувається. І будемо говорити, звісно, про Кузьму. Тому що, ну, так сталося, що він загинув сьогодні зранку. Власне, можу показати лише картинки на Фейсбуці про те, скільки людей прийшло на Майдан. Це постять наші колеги. Хоча ми робили пряме включення, сотні людей прийшли по містах. Це, можливо, є найліпшою... Тут нагородою вже, знаєш, не випадає сказати, але ліпшим визнанням за всі часи, коли люди... Не під примусом, не на безкоштовний концерт ідуть, і не на будь-що, а просто тоді ти бачиш реально, наскільки людину поважали або ставилися до неї, попри суперечності всі, які були в долі, ставляться так, як по-людськи, і кажуть справжні. Тобто сотні людей. Я абсолютно був чоловік такий общественно-політичний, наверное, тому що один раз в житті обжегся на 2004 году, когда выступал, ездил с концертами в поддержку Януковича, но он единственный из всех, кто то же самое делал. Честно сказал, что он тогда работал на одном из телеканалов, сказали, либо вы ездите, либо вы остаетесь без эфира. Для Андрюхи самая большая, ну, очень хорошие, тесные, близкие отношения были, потому что началось все наше общение с того, что мы поссорились крепко. Я ему натыкал, напихал, потому что на другом телеканале он ездил, там самая суть программы была кататься на машине. И он что-то все время вещал. И я нашел его телефон и напихал ему по тому, что он ездит непристегнутый в кадре. Вот. И он как-то, как любая звезда его уровня, еще и львовянин, такой галычанин, еще с его подвешенным языком мог спокойно это все отбить, превратить в теннис. Но я ему объяснил суть. И с тех пор Кузя не ездил непристегнутым, благодаря фотографиям, которые идиоты выложили с места события, с кучей крови. Это про сегодняшний свой конфликт с... У меня не было конфликта, я их послал просто, и все. Ну, потому что так люди себя не ведут. Но я на фотке видел, что он сидел пристегнутый, что у него через ногу был ремень. Вот с тех пор, как бы, Андрей никогда не пренебрегал этим средством безопасности, потому что, говорю, тебя слушают и смотрят очень много пацаны, которые видят, что... Кузьма не пристегивается, и я не буду. Зачем это надо? Вот я очень надеюсь, что из любого ДТП надо делать выводы. Очевидно совершенно, он не бухал совершенно. Кузя, ну, Сережа, мы с ним разговаривали сегодня. Чем набирал Кузина и набрал случайно Кузьму. Телефон не отключен, работает автотечка, потому что они рядышком в списке. Серега тоже говорит, что сколько раз они работали вместе где-то на одних площадках. Кузьма как отшельник закончилось, все, пошел в себе в номер. Мы встречались в Николаеве, там был барчик, и возле него гостиница. И мне говорят, а вы типа с Андреем приехали? И он здесь, да, набираю, говорю, подходи, там с десантурой познакомлю. Ребята, рад вас видеть, это было все в 10 вечера. Леш, мы уже не в том возрасте, чтобы там можно было отгулять, а потом ехать, мне рано вставать, типа уезжать. Поэтому все разговоры там про заказное убийство, да, там за радиоуправляемый молоковоз. Побойтесь Бога, поберегите судьбу человека, который чуть не погиб, точно так же, как и Андрей. Поворот страшное, место дурацкое. Его знают все, кто хоть раз ездил в Кривой, там серия таких 90-градусных поворотиков. Дорога хреновая, машина большая, тяжелая. Где-то расшвыряла, раскидала. Сказали мне пацаны, что торопился, надо было улетать. Я не знаю, вот прям сегодня или там домой и потом мчаться. И в 8, видимо, утра выехал, как планировал. В 8.20 утра ровно проехал 25 километров и... Такое случилось, поэтому мы общались. Кузя был первый человек, который, вот, если ты помнишь мое выступление 26 февраля на Майдане, когда я говорил, что Майдан собрался не для того, чтобы на смену одной преступной группировки к власти пришла другая, даже не пришла, а вернулась. Первый телефонный звонок был от Кузьмы, там, а как раз вы транслировали в прямом эфире это все. Еще там парочка интернет каких-то изданий. И сразу же пригласил заехать к нему на Виноградар, посидеть, обсудить все эти вопросы. Андрюш, просто сейчас такой, ну, да, внутренняя эмоциональная пустота, потому что я понимаю, что я сейчас ушел,
сцену надо дезинфицировать, потому что сейчас туда полезет огромное количество народа, которое там никакого морального права быть не имеет. Вот, собственно, сейчас последствия эти все. Общались, разговаривали, ехали с Пашей Медведем, который у нас календарь висит, только закончился январь, командир рота 4-й, Одинский Барк, сейчас Борьку, как бы на февраль перешли. И мы ехали в Пески, что-то просто разговорились, по дороге уже конец, как бы финиш пути. И заговорили там за музыку, там за украинскую музыку. У меня там в основном играет кантри в машине. Он говорит, я из украинских, то есть слушаю, то Океан Эльзы, Скай и вот Кузьма. Я же Кузьма там оторванный чувак, там давным-давно там смотрел еще на М1, когда они утро видели, уже такой балабол. Вопрос задал, и можно, в принципе, уходить, потому что он там в течение часа сам все делает сам. Я говорю, так это, Паша, не проблема, мечты сбываются. В Орловке не доезжает, я набираю. Там слово за слово, говорю, там десантник пообщаться хочет. Да ладно, ты что, вот это реальный киборг, да ты что, я же не терминатор. Вот мы встали возле там перекрестка, где связь еще нормально ловила. И они там пробалаболили минут 30 с абсолютно незнакомым парнем. Ну, вот я считаю, что Паша сейчас оскорбит не меньше, чем остальные, потому что Кузя заводил вот так. Контратовая площадь, какой-то такой вялый концерт в конце Кузьма. 15 минут. На площади начинают потанцовывать даже запорожцы і каєни, які там десь приписали. Ні, тут можу своє додати там свій, тому смски можна там підняти, коли ми з ним спілкувалися, це пару місяців тому. І я йому, в принципі, коли ти сказав, що я настучав, то я йому вже постфактум там через багато років кажу, ну, що ж таке, ну ти ж хоча б сказав, що, ну, що не так, тому що мало це сприймається насправді, тобі це пам'ятатимуть завжди. І ну, він так бурхливо реагував, що ну, от яке ти наш свиня, Рома, що ти не можеш забути. Я пояснюю, що я не те, що не можу це забути, я все не можу забути, коли вперше касету ще поставив «Птахи», був перший альбом. Кажу, я оцей час не можу забути, як потім, коли там Нікітін, не знаю, і Жора Учайкін, Жан Болотов кажуть, що нравиться. Ну, тобто для них це щось таке дивне було, а тебе зачепило, і ти цю касету потім згадуєш, там через руки тягнеш, потім бачиш за трансформаціями і так далі. Звісно, неприємно. Та, неприємне було потім, звісно, це от агітація за збіжавшого. Ну, про це можна ж все по-людськи пояснювати завжди, що ну так, ну... Так. У Андрія була велика відповідальність перед сім'єю, перед музикантами, на той момент він вирішив, що так йому краще. Я общаюсь с ним в частном режиме, я нигде не слышал, чтобы он за последний год как-то обозначал вообще какую-то свою позицию, очень сильно что? После этого закрылся. Дуже сильно він и позначив, мы сегодня показывали останнее интервью в Кременчуку. Так точно. И там все четко визначено. Я его выкладывал, дело в том, что вот эту вот историю по поводу антитеррористической операции, мы с ним в телефонном режиме, ну такой пересмешник был, они когда с Бахматовым делали программу, пригласили меня, вот мы с Максом сказали здрасте и до свидания, все остальное Кузьма там вспоминал. Как он в армии служил, я рассказывал там, Андрюха книжку классную прочитал, написал ее Андрей Кузьменко Скрябин, прочитал за 3 похода в туалет, я «Победа и Берлин», очень рекомендую. Я знал, что когда так и буду, что мои книги начнут читать в туалете, потому что нехрен там делать там, глянцевым журналом, бо ими там тяжело петратися. И вот мы как-то вышли на эту АТО, и родилась вот эта мысль, что в Борисполе захватывают самолет с террористы с заложниками. И вдруг туда приезжает не Альфа, да, там, не менты, не СБУшники, а вдруг на освобождение самолета, на вот эту антитеррористическую операцию начинают собирать людей из Чернигова, Черкас, там, Кировограда, Львова, Тернополя, Франковска, чтобы они что делали? Чтобы они там охраняли, чтобы террористы все-таки этот самолет не стырили. Да, он очень такой злой и острый на язык был. И последняя его, я так понимаю, что это песня, я видел только в... написано в виде обращения к президенту. Это действительно такой, не знаю, шаг достаточно жесткий, потому что ну, так серьезно люди вне политики не реагировали и не обозначали то, что они думают. Мне странно было бы, например, сейчас представить Кузю, который бы поехал с концертами по Донецкой и Луганской области, ну, к примеру. Но я знаю, что он очень много ездил. Там Польша, где-то диаспора его очень слушала. Знаешь, вечно память, человек умирает 2 раза. Первый раз это смерть такая биологическая, а вторая
Когда забывают люди, эти песни люди не забудут. Я давным-давно, вот, у меня две песни, которые я в караоке сильно напьюсь, пою на украинском языке. Это «Скаю тобі так багато старин» и «Старые фотографии». Кузьмин, вот она у меня не любит. А тільки що вона була у нас? Мне вот, кстати, студийная версия, вот честно, не особо нравится такое, знаешь, сделали клипчик, но в концертах, когда просто Андрюха пел, и вот у него были последние выступления, когда Кузьма Джазуев в 2012 году, мы попали на один из таких концертов в бильярдный клуб, который уже не существует, поэтому никакой рекламы это там толку никому не даст. И он играл с ребятами-джазменами. Слушай, клево получилось очень. Ну, от фотка від сьогоднішнього вечора – це Сашко Назаров, який, ну, була трансляція, і він по фото, ясна річ, познівав відеоматеріал, який з'явиться на сайті. Що відбувалося на Майдані? Бачимо сотні людей, які прийшли. Ну, тобто, от Майдан заповнений реально, те, що там сьогодні відбувалося. Так що можемо лише констатувати те, що відбувалося, ну, і в інших містах так само, але… Ну, просто життя по-іншому сприймати не можна. Це відбулося, це погано, але там змушує до філософії. У Углігорській є люди, які знали. Та я думаю, що всюди, ну, я думаю, що всюди є такі люди. І він досить різко, ну, те, що в Кременчуці він говорив, дуже, дуже різкі речі стосовно не Дебальцево, Углігірська, а, скажімо, стосовно Рівного, те, що я почув і запало в пам'ять, що на заправку заїжджаю, у вас шансон російський валить, а ви тут з бантами синьо-жовтими, що вже в ногах заплутуються. Я його теж публікував, в Ровному, да, є дуже хороша така кафешка «Бастіон», туди часто дуже заїжджають по дорозі. Там перекусить где-то группами, в кучу фотографий висит. И мы вот еле-еле их отучили от вот этой блатоты. В шансоне нет ничего плохого, потому что Шарль Азнавур – это шансон, Женя Кеш – это шансон. Шансон с французского – это просто песня, давай просто. Ну, совершенно верно. Не надо путать блатную лирику и дурацкую российскую попсу. Ну, с тем, что, не знаю, там поет Трофим, Митяев, да, вот, ну, настоящий шансонье в нашем понимании этого слова. Но это действительно значительно проще сейчас повязать бантик, крикнуть «Слава Украине, героям слава», чем реально что-то сделать такого нужного и полезного. Хотя, слушай, китайцы говорят, не думай, какие они, думай, какой ты. И важно, что ты делаешь сам и что вокруг тебя. Ну, власне, для цього винесли ты сам собі країна. Це рідкість пісня. Для меня совершенно очевидно, что когда мы собираемся из загаженного лифта, да, там, рассказать, что надо делать президенту страны и Министерству обороны, ты не можешь претендовать на то, что ты найдешь порядок далеко от себя, если у тебя в карманах до сих пор, там, не знаю, шелуха от семечек. Да? Постирайся и погладься хотя бы сам, и начинай это делать вот с той точки, где ты реально можешь на что-то влиять. И я уверен, что все разговоры, например, про Третий Майдан категорически неправильно будет, если опять люди соберутся в каком-то одном месте, туда же соберутся там какие-то тренированные менты, все это поразгоняется. Сейчас Майдан такой какой-то абстрактный, да, возле каждого ЖЭКа, возле каждой поликлиники должен быть, да, там свой маленький. Во-первых, у ментов сил не хватит все это поразгонять, что придется рассосаться. Во-вторых, я недаром же писал о том, что март-апрель, сейчас вернутся ребята, которые год мобилизированные назад призвались, и сейчас уже там приходят парни с войны, ждут по два часа врача, потому что приходит там по записи, там по блатоте. Уже пошли разговоры, я тебя туда не отправлял, да, так чтобы не вы. То... И это говорят на самых разных языках и в самых разных точках Украины. Когда эти 50 тысяч человек вернутся с повышенным чувством справедливости, с низким порогом терпимости, с чуть-чуть смещенными моральными ориентирами, потому что свернуть кому-то голову там не считается чем-то сверхъестественным, как съесть блин, то я думаю, что Петр Алексеевич доживется и дождется того, что когда народ за него начнет вести антикоррупционную кампанию, им бюро не надо будет. Только бюро по находок за теми вещами, которые где-то кто-то упустил. А у нас по-прежнему ничего не происходит. У нас по-прежнему могут во время войны спокойно депутаты уйти до понедельника на выходные. Ну, видимо, устали. Гриша, можно твою фотку показать с Фейсбука? Написано «Жданов», но это же из Мариуполя. Да? Жданов – это Мариуполь, да? Ну, був. Був Жданов, тепер Маріуполь, просто… Був Маріуполь, став Ждановим, побув, да, ну, побув, просто фотка оця, відділ по роботі зі зверненням громадян, внимание з 11 до 11.15 проводиться производственна гімнастика. Да, не трогать це, особо, да? Це де? Це райадміністрація.
Маріуполя, да, от. Ну, ну, це про лікарів те саме, що... А, ти видел, у мене фотку я Ваня Звягин зробив на центральній міській лікарні Дебальцево. До сих пор візит зелена табличка, така відполірована, написано МЗ УССР, Дебальцевська міська, там щось клінічна лікарня. Я не відстежив, цього я не бачив. Да. Зараз пошукаю, можу знайти просто. По-прежньому з українських гранат, а мені висить там где-то в ленті. Так тут в тебе стрічка не слаба, то що називається. Стрічка ж не слабенька, там, щоб знайти щось, треба погортати дуже добре. Слухай, тут ми перейдемо, очевидно, на трошки іншу тему, хоча все взаємопов'язано, це Дебальцеве. Це, власне, Дебальцеве, про яке гуділи соцмережі, всі писали, все пропало, а в декого не все пропало. Я не можу досі зрозуміти, тому що, ну, тобто, Дебальцевський плацдарм, кажуть, утримується, це прес-служба так званої АТО. Ну, слушай, я вже давно перестав слухати тих окуней, які стоять з цими очима, і відкривають рот, а туди виносять якісь букви із алфавіта, і нічого це не відповідає дійсності, чаще всього. Там очень непростая обстановка. Я приехал сегодня ночью из аэропорта. До этого мы были в Углегорске, как раз когда выводили Фацика. У меня, если ты посмотришь, выложен такой довольно длинный разговор, там коротенький, пятиминутный. И потом два блока по 18 минут. Мы говорили с командиром роты «Свитязь», с Таней Фацевичем, кум Женьки маршала, там все тоже в армии, знаешь, так очень близко собран. Сейчас он командир отдельной спецроты вот этой волынской, которая называется «Свитязь», которую с большим трудом мы сумели вывести из окружения. Уже почему-то Юрка Бутусов написал, что окружения не было и оперирует какими-то не фактами, а слухами, потому что пацаны находились на севере города. Мы достаточно плотно были в контакте и благодаря тому, что есть какие-то телефоны, сумели свести всех, после чего я, знаешь, у меня было такое ощущение идиотское. Я сижу, готовлюсь к выезду, мне там шаманят немножечко машину, вот, и я там пишу какие-то смс-ы, там, Петру Алексеевичу, да, там, даю какие-то координаты. Министр обороны, Михаил Владимирович Коваль, замглавы РНБО. И вот эта вот вся история, понимаешь, что такое галантерейщик и кардинал, это сила, Франция в опасности, я спасу Францию. И вот сел возле, воткнул две зарядки, часа полтора мы там просидели, свели все в кучу. Благо, что и Полторак, и Коваль, и замначальник ОВД Донецкой области вышли на ФАЦКа напрямую, ну и в телефонном режиме. Ему, правда, для того, чтобы говорить по телефону, пришлось сидеть на крыше в очень неуютном таком и артнебезопасном месте, но просто больше нигде нету связи. У нас же, ты понимаешь, если отключили телефоны, рации наши работают по принципу, как меня слышишь, не слышу, но очень хорошо вижу. Здесь там глушится связь, да, там две сети, которые российские, да, тут Билайн, который раньше был Киевстаром, и МТС, мобильные телесистемы московские, это российское управление, и, естественно, ездить с этими мобильными операторами туда смысла никого нет, потому что как только видишь, что связь пропала, значит, что-то здесь в этом районе начнется, приходится переходить там на лайв, да, там какие-то искать себе варианты, там где-то работает вайбер, там завозить пацанам эти вайфай. Ну, дуже часто там, где есть интернет, но мобильного телефона немає, ну, так потерпляется. Вайбер еще хорош тем, что он относительно защищен по сравнению там с обычными открытыми сетями. С Углегорском получилась история, для меня она возмутительна, потому что первый раз я туда приехал в первых числах сентября, как только его забрали, мы даже разговаривали, по-моему, с тобой в этой же студии относительно того, что зашли, заняли блокпосты, и больше ничего в Углегорске со стороны государства Украины не происходило. Побили людям немножечко стекол, ну, пока там город не сильно сопротивлялся, отходили на Горловку и на Енакиево. Но никто не привез ни стеклопакета, там, ни оконной либо дверной рамы. Американцы заходят сначала спецназ, потом армия, за ними полицейские подразделения, потом кухня и потом плотники. Ну, для того, чтобы хоть как-то компенсировать местному населению неудобства, связанные с тем, что здесь были бои, люди же ни в чем не виноваты. Естественно, немножечко привернуть к себе какое-то такое, ну, минимальное такое позитивное отношение. Потому что плохо же, наши зашли парни, там очень быстро нашлись местный общий язык, их и наши подкармливали местных, и местные подкармливали наших, причем уходя в 7 часов утра пешком на работу в Енакиево, в Денейре, работая и возвращаясь обратно в Украину, и потом наваривая каких-то борщей, принося пацанам на блокпосты. Я вот
сколько раз там. Последний раз я был в Углегорске вот до позавчерашнего дня, 27 декабря, перед Новым годом. Заезжали, завозили Фачан там броневичок. И потом заехали к ребятам туда, к Красную Палубу, где Фацик, поздороваться, пообщаться, пощелкались, поболтали, там сыграли пару песен и уехали. И город приходил в упадок все больше и больше. Там уже натырили практически все троллейбусные линии, потому что в них провода, в которых есть, я так понимаю, какие-то там драгметаллы или цветные металлы. В общем, можно обменять это все на деньги. За это время вот для меня возмутительно, что когда была бойня, когда приехал туда реально Семен Семенченко, я видел его уже, когда отскочили они, там была засада, пропустили часть разведгруппы, которая не смогла скоординироваться с Нацгвардией. Первый бой, к сожалению, начали с ребята из Донбасса с гвардейцами Володи ТЦЯ, это комендантский взвод батальона имени Ключицкого. Слава богу, это все сумели как-то погасить, потушить и начали работать против общего врага, не против друг друга. Но friendly fire – это, к сожалению, обычное явление для очень многих войн. И система такая, координат свой-чужой, очень часто дает сбои. И американцы, и англичан обстреливали, и в Ираке, и наоборот все это происходило. Но самое важное, что сумели оттянуть на себя часть внимания. И за это время вытащили там через красный там какой-то, не партизан, там красный что-то. В общем, а человек из села Красный что-то вытащили через балку, ребята, и вышли они практически без потерь. Собственно говоря, вот интервью с Фациком, труднее всего представить себе, что этот человек трое суток был в окружении и вел изнутри работу по уже не обороне Углегорска. Он был какое-то время наш, потом полгорода наш, да, потом зашли чуваки из троллейбусного депо за вот эту вот центральную площадь, там все две улицы, остальные такие маленькие отвески. Ребят заблокировали, предлагали несколько раз сдаться, выходить, как обычно, наши радушие. Все, значит, такое ощущение, что россияне работают по системе вот этого фильма «В зоне особого внимания». Там граждане-десантники, вы окружены, предлагаем вам сдаться, вас нас ждет горячий чай, там теплые постели, наши радушие. Никто в это радушие уже давным-давно не верит. Спасибо Михаилу Сергеевичу Толстых. Кто-то уже показал, как радушно встречают военнопленных там и что происходит. И сейчас непонятно, что будет там с Олегом Кузьминых. Возможно, ждет судьба там Надежды Савченко, да, там, потому что большой чин попался в плен, и об этом они все знают и говорят. Донбасс туда подъезжал, Нацгвардия заехала раньше. Опять-таки, кто-то кого-то не скоординировал. Посчитали, возможно, что батальон «Свитязь» – это подразделение МВД. Вот пусть там Аваков этим и занимается. Там нужна была армейская поддержка, противотанковых средств практически у роты не было. Ну, потому что милицейская рота, да, там, которая совершенно иные функции имеет. Рядом стояла 128-я бригада в поле. Никто им, к сожалению, команды не дал пойти на помощь. Теперь они просят прийти к ним на помощь. Мы заехали позавчера на переезд, вот это где-то между Углегорском и Дебальцем на полдороге. Дальше уже все, уже никто никого не пускал, только вооруженных, бронированных. В это время парни там усиленно в этом месте копали какие-то капониры для танков. Ну, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, у вас было 5 месяцев, чтобы окопаться. Это на самом деле тенденция. Потому что когда было якобы перемирие, да, во время которого мы попадали в аэропорт в октябре месяце, потом оно вроде бы типа было перемирием там, чуть ли не до января, наша танковая атака захлебнулась прямо возле монастыря, когда выходили за терминал аэропорта, потому что уперлись в 6-метровый противотанковый ров, который та сторона рыла и занималась фортификацией, к чему-то готовилась. И в это же время они там тихонечко через нижние там подвальные этажи и парковки заминировали ту часть здания терминала, которую потом взорвали, и туда провалились десантники Рахмана, Белого, там, Халка. Все туда повалились. Куча даже не за 5 минут было сделано. Это давно было заминировано. Потом ребят согнали в ту точку, под которой было заминировано, взорвали, и все посыпалось вниз. За это время наши привозили туда только воду, сухпай и какой-то разрешенный моторолой БК. И все. И никто не завез за это время в терминал ни одного мешка с песком. Ну, понятно, что нужно быть не один, там, а 2001, для того, чтобы можно было какие-то точки, там, хотя бы стрелковые там, позиции, наблюдательные, строить. Когда упала башня, и все начали говорить, все, мы остались без глаз, друзья мои, давным-давно, я боюсь, что что-то, наверное, ну, с ноября месяца никто выше 4-го этажа на башню не поднимался, там обрушены были все перекрытия, полы, лестницы, там лазили, вешали флаг, но это были такие отдельные чудеса героизма.
А в последнее время выше второго никто не залазил. Мы очень давно ждали, что вышка упадет. Причем выгрызали ее такой с донецкой стороны рапирами. И она очень удачно упала. То есть она сделала ту работу, которую должны были делать стратеги. Она упала так, что вокруг вышки появились определенные там насыпи, да, с которых можно было вести наблюдение, вести какой-то огонь, и снайперский, там где-то позиции огневые там, менять. Но до этого ни до чего не дошло, и сейчас, зато потом начали пацанов поднимать там куда-то на метеовышку, дело от чести десантника отбить ее обратно. Дело от чести десантника, если вы уже отошли на какие-то позиции, окопаться там и построить человеческий укрепрайон. Питание, яке виникає у всіх. Тобто в Дебальцевому Вуглегірськ не наш, я так розумію. Вуглегірськ, я говорю, не офіційно, але не наш. Да. Ти бачив та відео, там, де Захарченко говорить і стріляє снайпер. Совершенно верно. Ну, ж город... Дело в том, что Фацик очень удачно закрепился в тех местах, где высокоэтажки. Ну, там многоэтажками их не назовешь, да, там высотными домами, но это не частный сектор, который со стороны Горловки. Это вот этот центр города. Сейчас орет русскоязычная интернет-сеть, когда Фацик сказал о том, что мы поместились в интернате там, для детей-инвалидов. Но там нету детей-инвалидов. Потому что в отличие от Донецкой и Луганской Народной Республики, мы не прячемся по... как завещал великий Путин, за женщинами, детьми, инвалидами там, да, и местным населением, оттуда отведены были практически, ну не практически, а весь мирный контингент. И туда зашли и оборудовали свои позиции наши пацаны, не рискуя мирным населением. Мы же не привезли в Пески, в Водяное, в Очеретино, там, не знаю, в... Відбулася масова евакуація, опытные. Насправді, в ці останні дні. А в Дебальцеве... Ну, евакуацией занимаются, опять-таки, волонтеры. Там Наташа Воронкова писала, что дайте хотя бы вот эти джипы ОБСЕ, которые на обратной дороге могли бы хотя бы там двух-трех человек отвезти. Мы уже там подготовили ряд пазик, какие-то автобусы, люди-частники работают, несколько очень смежных, смелых и отважных ребят в Дебальцево местные, просто довозят народ там до первого блокпоста, который на, там куда-то, по-моему, километров, наверное, 10 от Дебальцево, и там перегружаются люди в транспорт, кого-то везут в Артемовск, кого-то в Харьков, кого-то в Славянск. Но сейчас, видишь, мы 100 раз говорили, и повторится еще раз, мы проигрываем интернет-пространство, средства массовой информации. По Углегорску, мне кажется, очень четко та сторона пытается, я называю принципиально той стороной, потому что все орут про тысячи русских военных, да, которые не скрываются, но никто не может предъявить никакого видеодоказательства, что это действительно там, вот русские. Вот я сегодня ставил питание уже. Русский спецназ, там, ну, да, так там, есть он, еще нема. Как кадыровцы. Так же, как и у нас, так и у них есть какие-то наемники. Просто по флагу на плече говорить о том, что это российский спецназ. В любом военкомате, там, продавайте, в военторге, продавалась куча формы российской. Там же всегда на Россию смотрели с любовью, обожанием и каким-то таким почитать. Мы ехали сейчас по дороге, вот, разбомблено все градами, да, там. Но в Очеретино не долетают грады, слава богу. Но дорога там такая же побитая, как и была. И только ощущение, что 23 года ее грады обстреливали, такие совковые, настоящие грады из райкомов, там, да, там, партийных, из полкомов. И люди думали, что когда будет Украина, они им приедут, и ямы эти закопают. Поняли, что Украина особо ничего не закапает. Теперь думают, что им приедет и Россия. Закопает яму, построит мост в Крым, вернет там всем деньги за 55 миллиардов, потраченных на зимнюю Олимпиаду. К сожалению, население, которое там пооставалось, оно такое очень, знаешь, вот обычно необидное значение слова «люмпен». Ну вот как-то, да не надо мне ничего. Жалко, что когда вы сюда пришли, что самое плохое? Обстрелы? Нет, то, что запретили продавать крепкие спиртные напитки. Ну, там, водку, коньяк. И приходится нажираться пивом или искать где-то там самогон, или кто-то спирта привезет. Поэтому на Углегорске, мне кажется, опробована такая технология. Все понимают, что там котла Дебальцевского, как говорят, там с 8000 людей никто не допустит. Это огромная территория, ее достаточно тяжело закрывать. Но можно отрывать по кусочку городочки, да, там Углегорск, Дебальцево, где-то там долезть до Попасна, Стаханова. Вот так вот дергать. Сначала истерика в интернете, потом показать ужасы пребывания в плену, чтобы, ну, сбить вот это. Самая большая проблема сейчас на фронте, там, кроме алкоголя, это очковая кобра. Потому что насмотрелись видео,
Вот хоть бы не попасть в плен, а взрываться с криком «Ватова этого», как какой-то там полубадулай в старом советском кино. Что-то особо желающих нету, но везде, где бойцы проявили реально храбрость, да, где не легли, а побежали, где командир является образцом того, как надо себя вести, везде у нас достаточно такие серьезные успехи, локальные. Проблема теперь в том, что назовите войну войной, решите вопрос, объясните, что для нас является окончание войны. Да, там, когда наша армия встанет на наших как бы исконных государственных границах Украины, как это было там, до вступления сюда вежливых людей, начиная с Крыма. Или мы должны повесить флаг победы над Ростовом, или над Антрацитом, или над Москвой, или над Владивостоком. Так само то и питання є, що обороняємося постійно. Тобто ось Вуглегірськ знову щось здається. Тобто чому тоді, якщо було перемир'я, то... Переговори в Мінську закінчились не тим, тому що вели їх ніхто. Мы вообще не понимаем, кто нами рулит и как. У нас попадают на какие-то позиции там, 25-летние менеджеры. Да, там, кто-то садится в стул, потому что он родственник, кум или сват или брат. Но ведь это же повторяет практически все те ошибки, против которых люди выходили. Нет, питання, чому не наступают, коли є для цього можливість? І, ну, це не я придумую, я на себе не вішаю медаль. Мне кажется, что наши власти боятся Путина еще больше, чем население, которое просто сидит в интернете. Ну, потому что, да, все понимают, что если мы, в конце концов, вступим в вооруженный конфликт с российской армией, да, они совершенно четко понятно, да, что техника вся российская. Грады установки, САУ, гаубицы 152 мм, да, там, васильки, это все там не валялось, и деньги российские, потому что надо донести до людей, это работа Минстыця, а не моя. Да? Надо сказать, сколько стоит один выстрел града, да? Сколько стоит один залп града. Почитать количество залпов и объяснить ткачихам Ивановской области, что практически годовой бюджет Ивановской области улетел только в Донецком аэропорту, если не больше. Потому что там непрекращающаяся стрельба, каждый выстрел из танка, каждая его заправка стоит денег. Да? Там каждый сгоревший танк стоит денег, не которые здесь получат бойцы, а которые там люди сделали его. Отвезли сюда, он тут погорел, надо сделать еще, вытащить это от пенсионеров. Я общаюсь с людьми в России, которые, к огромному сожалению, громогласно не заявляют свои возмущения по поводу войны, и очень многим там война не нужна, но они очень боятся высказываться, потому что Путин, на примере Ходорковского, да, когда до 20-го колена добивались, потому что он дал команду просто изжить сосвету любого, кто окажет какой-то, не знаю, понимание ситуации Ходорковского. Если он преступник, там пусть его посадят. Но они обдолбили вокруг него всех, чтобы закрыть рот любому, кто может там сказать что-то в защиту. И народ сейчас в каком-нибудь Новосибирске, Челябинске, Якутске, Москве или Питере очень медленно поднимает голову, чтобы сказать, не Путин там нехороший человек. У нас, мне кажется, мы все время ищем каких-то злодеев на стороне, не понимая, что злодеи вокруг нас, а у некоторых они внутри нас. И я подозреваю, что такими темпами номера там ПТН ПНХ могут очень быстро поменяться на ПРХ ПНХ, на ЕЦН ПНХ, на что там ГРСМ там ПНХ. И очень многих ПНХ реально здесь же их значительно проще туда послать, где номера, чем какую-то далекую страну. Путин, как государственный деятель России, что-то там все делает, свой рейтинг поднимает, границы восстанавливает. Девка какая-то дурная пела по поводу того, такое, что-то да. Оторвался от всех ус и возродит союз, но это уже клиника. Это, мне кажется, я бы на месте Путина, если бы увидел эту девушку, я бы ей оплатил самый дорогой сумасшедший дом, чтобы она больше никогда ничего не пела и не сняла ни одного клипа, потому что это отвратительно. Ну вот, мне кажется, это, знаешь... Когда лижут, на самом деле же смазывают, да, так говорят в разных местечках. И мы сейчас еще не встретили российскую армию. Мне все равно кажется, что очень много ополченцев, очень много местных. У нас люди считают, что Гиви приперся с Кавказа, вали к себе обратно в Россию. Не понимаю, что Гиви – это там позывной кличка армейская Михаила Сергеевича Толстых, родом из Иловайска. И, в принципе, он же у себя дома, ну, как бы так, локально и регионально. А мы все, ну да, этот Арсений Петрович или Сергеевич... Кто? Мотороллер. А, Моторола? Забыл фамилию. Павлов. Павлов. Он сам там из Ухты, комиссар, честно признался ДНН, что он сюда сел на поезд, приехал, и вот начали его... Но он зафиксованный в Харькове під час антиукраинских митингов, между іншим. Я думаю, да, что он приехал чуть пораньше, но потом, видишь, себя проявил в... Славянске,
попал в телек, и сейчас из этих двух клоунов, Гиви и Моторолы, российские СМИ делают двух таких супергероев. Да? Там на самом деле сейчас же любой украинец должен задать себе вопрос. Если это два дебила, каким вы их считаете, вот идиоты в попахах, да? То почему мы 240 дней не могли их выгнать с аэропорта с Донецкой, с территории Украины? Может, все не так просто, как прокричать, потом поставить какой-то лайк, потом какую-то заставочку. Я думаю, что Порошенко реально боится российской армии. Мы не поднимали практически очень давно уже авиацию, потому что там работают несколько, наши разведчики докладывают, я сейчас говорю не про разведку, да, у меня остались люди на той стороне, которые там через 25 колен мне доносят информацию по поводу движения каких-то армейских колонн. Мы докладывали по поводу того, что пошло в сторону Харциска и Горловки, а значит на Углегорск. За 3 дня до вот этих всех событий туда прошло только в одни сутки из Донецка в Макеевку, там нету практически границы, ну, проспект 250-летия Донбасса. Туда прошло за сутки 24 танка, 44 грузовика с БК и 7 мотолык, которыми возят пехоту. Вот эти такие МТЛБшки, тягачи. Эта вся информация была в Генштабе, я знаю это наверняка, потому что я ее туда сам отправлял. И вот потом мы думаем, откуда взялись танки? Ничего себе! И самое главное, что было очевидно, что при таком скоплении бронированной техники нужно обеспечить гарнизон в Углегорске максимальным количеством противотанковых средств обороны. Да? Но там даже никто в городе не оборудовал противотанковые точки. Оборудовал, но парочку. Потому что наша пара танков там была на одном из них. Я даже в конце декабря катался, меня танкисты прокатили, там, чипнули, там проехали, все. Но опять-таки, когда армия не воюет, она в это время должна тренироваться, разрываться. Командиры не должны, как у нас очень часто, да, подходят к командиру, вместо того, чтобы разрешить и обратиться, звучит, слышь, типа старший, ну, разговор есть, надежда для меня пару минуточек. Это такая абсолютная партизанщина. И с регулярными войсками партизаны могут успешно бороться, пускать под откос какие-то поезда, брать языков, если повезет. Но ни одна партизанская там армия не выиграла войну у армии регулярной. Тут никуда ты от этого не денешься. И говорил Полторак и Порошенко о том, что они будут обеспечивать быстрый карьерный рост тех офицеров, которые проявили себя во время ВАТО, военной антитеррористической операции, и они начнут занимать позиции в Генштабе, в Министерстве обороны. Да, там. На сегодняшний день у нас возникает там нелепая ситуация, когда Спартак, Женя Арефьев, который 2 ротации пробыл в аэропорту и проявил себя, ну, реально героически, стратегически, как мыслитель, как десантник. Он когда-то был в иностранном легионе, вернулся в Украину, честно воюет за страну. Так вот, он был там командиром взвода, прикомандированным из одного из районных военкоматов, где на майорской должности должен был заниматься призывниками. Настоящий десант, который, ну, физически не может себе позволить сидеть за столом, он учит их людей уже в бою. Так вот, вернуть Женю обратно в часть было невозможно, потому что с майорской должности капитана на должность старшего лейтенанта это против, ну, принятых правил. Когда у нас заходит в терминал подразделения, и командир, которого туда отправили, проявляет, ну, трусость и там, не знаю, там, кладет голову на каску, кричит, все пропало, нас всех убьют, пацаны его связывают, кладут, успокаивают, разрешают выходить там с КСП, только отлить и возвращаться обратно. И на себя командование берет обычный сержант, причем не из тех, на кого бы можно было подумать на гражданке, и он всю каденцию, там, почти 2 недели, осуществляет руководство всеми этими операциями, люди ему доверяют, все, но у него нет даже там какого-то техникума. Понял? И сделать его командиром взвода по бумаге уже нельзя. Ну, сделайте там, не знаю, месячные курсы, отправьте человека туда, верните, пусть растет офицер. Но у нас почему-то, как только заканчивается зона АТО, заканчивается зона здравого смысла. Там сейчас уже реально все нормально, там нет вариантов, вот как очень много здесь на гражданке люди сидят, говорят, что все плохо. На фронте, если ты пришел сказать, что все плохо, у тебя в конце точка, а не запятая, и твое предложение по тому, как сделать хорошо, никто тебя даже слушать не будет. Ну, потому что про то же плохо знают все и так, и всем особо не сладко. Поэтому любые решения, может быть, они невыполнимы, может, они идиотские, может, они требуют слишком большого, как бы, ресурса там, людского, там, финансового, там, что угодно. Но ты обязан, когда ты докладываешь о том, что все плохо,
дати своє предложення по поводу того, що ти ще говориш, ти пишеш смски в Генштабі, знають, що пройшли там власні джерела, і якби цих джерел не вистачало, ну, мені навіть такі речі пишуть, я хіба що перевірити не можу, бо я не там. Ми ж для того і відправляємо ті смски туди, щоб люди, працюючи там, перепровірили цю інформацію. Так, от тому і питання, чому далі не відбувається якихось відповідних кроків, таке враження, що є несподіванка. Ромка, тут має сидіти генерал-полковник Муженко, командуючий суховодними військами, Пушніков, не будемо тут озвучувати клички. Чи пам'ятаєш, так, встає лорд і говорить, там, господин председательщий, позволяйте мені правило, прийняте в британському парламенті, назвати герцога Мальборо грязною жирною свиньою? Він говорить, ні, правило, прийняте в англійському парламенті, не дозволяє вам назвати лорда Мальборо грязною жирною свиньою. Тоді я вынужден відказатися від своєї бажання назвати лорда Мальборо грязною жирною свиньою. Знаю. Привіт, мопед. Так, ну, то, власне, ти розповів все вже, тут нема про що питати. Маємо завершувати. Повторюсь, йде постійно. Я почув більше, тобі ж навіть питання не треба ставити. Ти сам сів, все розказав. Знаєш, і хіба що є питання від Богдана Кутєпова. А не надо мені на вході в сиворотку правди. Давайте робити вже цей чай. Понимаєш? Я от тут сижу, в них технологія. Від Богдана Кутєпова є питання, каже, спитай Льошу обов'язково, на що він ходить на канал 112. Рома. Це від Богдана питання. Ну, він сусід, я там, де треба. Вже, правда, з'їхав, побаюватися. Я считаю, что на сегодняшний день любой источник информации, который ты можешь использовать во благо, у меня нет никаких претензий к Илану 112, потому что сколько раз меня приглашали туда и на радио Вести, где работает тоже Юлия Литвиненко, мне никто не ставил никаких ограничений и задач. Я то, что считал нужным, то и говорил. Если собрать вокруг себя только тех, кто тебя и так слушает, и информация дальше никуда не пойдет, потому что все остальные мы д'Артаньяны, а там не д'Артаньяны, а гвардейцы кардинала, чего хорошего из этого не случится. Хотя я, кстати, не уверен, что гвардейцы кардинала... Ну, плохие люди. Відповідь зарахована. В данной ситуации я, как говорил, вот Боди, да, там Настя Станка писала себе на Фейсбуке, что у нас есть проблема. Боди – талантливый журналист, да, потрясающий человек. Я тебе, кстати, Бодик, звонил в эту поездку в том числе, чтобы взять тебя с собой. І ти як попросив один раз, так ще ні разу на телефон не ответив. Заміж, у нас, ти просто не в курсі, у нас одночасно поїхало багато людей, в принципі, не можна ж... Ну, слушай, у нас не виходить з Боді виїхати вже полгода. Я так готов, тому що я знаю, як він працює. Ми на Майдані плотно спілкувалися, і стріми він робив із під адміністрації президента, і з ним дуже комфортно. Будь-ка такой, знаешь, вот он... Знаю, он, знаю. Он уже именно такая, у него две сабли, заточенные с двух сторон, и связанная еще с цепочкой, чтобы сделать из нее нунчаки, и он такой именно... Это про Кутепова? Это про Кутепова. Вообще, если долго смотреть на Кутепова, можно увидеть Чака Норриса. Ну, как минимум, такая же рыжая коротышка из Оклахомы. Ну, с соломинкой с нашей. Поэтому я в данной ситуации считаю, что... Потрясающе, есть вы и Максим Женя. Я говорю, я сегодня приехал в 5 часов утра, вот меня там без 5-9 поднял звонок по поводу Андрея. Я реально обещал прийти на 7, но телефонных звонков сегодня, опять-таки, журналисты, расскажите про Кузьму, а мы вот тут снимаем там какой-то сюжет, а вот это, я говорю, там, скажите, пожалуйста, вы с какого канала, с такого-то, когда у вас Кузьма последний раз был в эфире, вот с песни, да, там, или там куда-то присоединил? Ой, ну какая разница? Очень большая, потому что вы не планировали говорить про живых или в этой стране. Для того, чтобы на тебя собрался Майдан и сказал тебе доброе слово, обязательно надо сдохнуть, желательно в раннем возрасте, и потом привязать сюда мистику, там, связанную с Цоем, с Черноволом, с тем. И я после там, 20 разговоров и попыток научить людей хоть какой-то минимальной этике, мне погиб друг. Человек, которого я знал лично, с которым мы общались там днем, ночью, ругались, да, не было все очень, ну... Сладко, с такими людьми крайне тяжело быть вот в личном контакте, такой без шершавых каких-то мест, потому что он так много отдает на люди, ну вот этого всего тепла, добра и искрометного юмора, что в обычной жизни Кузя далеко не тот человек, который все время ржет, гейкает и говорит на суржики. Зовсім ні. Ну, тобто я можу пригадати знов-таки бесіди, в коридорі сейф стояв, а вони тільки тоді приїхали в Київ співати. Ну, от, власне, Скрябін, коли він так стояв, дуже тішився, що в Києві дороги ліпші, ніж на Батьківщині. Між іншим, якщо вже про автомобілі. Ну, він із Самбора, його все время зараз приписують к Новояворову, але я все время, коли йому говорив, він говорить, я самбірський.
Ну, видимо, самбар побольше, ему хотелось, чтобы он был именно из такой центрального места. Я проезжал, когда служил в парных войсках через самбар, и, возможно, где-то там уже ходил длинный кузя, но я таких патлов не встречал у него. Поэтому любой источник информации сейчас, который несет правду, спасибо вам, вы в приоритете. Я говорю, что отключил звук, ну, потому что устал от этих всех звонков. Я просто свалился. Да нет, мы не ображены, что насправді. Ну, слушай, я бы мог тебе написать, там, чувак, у меня контузило, все. Ну, да. Я привык и писать, и говорить правду, поэтому я тебе честно писал. Я проспал. Ты сказал? Не, ну, может, это и лучше, что не в 19-й годині. Мы, в принципе, отпрацювали и так всю сегодняшнюю программу за день. Досить насичено. И це... Я как минеральная вода, ни пользы, ни вреда. Не, как раз максимум пользы, я бы сказал. Потому что... Хочется все на позитиве. Ну, информации дуже багато, та? Ну, і в принципі, як її фільтрувати, співставляти, Роман, пазл збирати, надзвичайно важко. Тому що і великі чини, к сожалению, ну, брешуть, підбрехують некоторі по недоумію, некоторі... Я служив в розвідці пограничній, і у нас було перше правило. Невірне наблюдення приводить к неправильним виводам, а неправильні виводи – катастрофічним результатам. І любого розвідчика на точці обозначали йому, ну, закон номер один. Ти ніколи не должен давать трактовки, ты должен дать факты. И в рамках этих фактов ты не должен пытаться угадать, что тебя хочет услышать начальство, чтобы не ругали. Потому что у нас привыкли, чем дальше это все идет. Петр Алексеевич, он же очень такой человек, ну, властный, и судя по паре моих общений с ним один на один, такой, ну, злопамятный, понимаю, потому что там что-то, давай я тебе сделаю там советником по антикоррупционной реформе. Или, Петр Алексеевич, я с удовольствием бы зашел в антикоррупционное бюро, но при одном условии, для меня власть – это не самоцель, а возможность реализовать те мысли, которые есть в голове. Более того, вы там мне дадите сейчас советника там, удостоверение, как у Юрки Бирюкова, но мне не нужны в этой стране ксивы. Мне будет в этом году 20 лет, когда я в телевизоре, меня знают неплохо. Более того, в Украине есть места, куда меня без вас пустят, а вас без меня нет. Куда, например? Я говорю, давайте завтра в 4 часа дня встречаемся в Донецком аэропорту. Я туда заеду. Сейчас сяду за руль, туда... Там чик, коробочка, зайдем, но это было еще в декабре, когда в терминал можно было попасть. Все, я понял, что я себе нажил там не врага, но не доброжелателя определенно. Потому что он, как и все предыдущие, окружил себя людьми, которые, глядя ему в глаза, пытаются, может, чтобы сказать, чтобы шеф, ну, не осерчал, может же там стулом, наверное, там врезать. А мы должны воспитать поколение людей, оно уже сейчас есть, которые не хамят, не гадят, но которые говорят то, что есть, правду, какой бы горькой она ни была. Потому что правильно поставленный диагноз – это уже половина, как Раневская говорила, да? Если пациент хочет жить, медицина бессильна. Так вот у нас надо обозначить, что пациент готов жить, готов обрывать себя там капельницей, вставать и идти куда-то в последний бой, но он должен знать с кем, зачем и почему. У нас на сегодняшний день, обратите внимание, президент страны, не понимаю, что он на время исполнения обязанностей не Петр Алексеевич Порошенко, а президент страны. Зачем-то в вышиванке со всей семьей какие-то колядки там у него в январе месяце идут по телеканалам клипы, где там щедрики, вареники какие-то, еще что-то. Дядя, у тебя идет война, ты сейчас не имеешь фамилии, имя, отчества, ты функция. И ты должен выполнять эту функцию, а не пытаться перед западной частью страны или украиноговорящей немедленно одеть на себя вышиваночку, показать, пацаны, я с вами. Ты должен выполнять обязанности Верховного Главнокомандующего, когда погибают люди. У нас уже этих сотен небесных, ну, поуходила мама не ры, мы все рапортуем, что там 5000, а мы всего 10 поменяли. Нельзя замалчивать потери. Надо нормально общаться с людьми, не в режиме, когда сидит 3 журналиста нога на ногу, галстук, и ты вот как Путин, а рядом кто-то там, не знаю, свят с иголка, как Песков. А надо сидеть с людьми, там, не знаю, раз в неделю на iPhone свят, записывай президента. Он же умеет общаться с людьми на шоколадной фабрике, на 5 канале. Наверное, Рома это знает лучше всех. Конечно, в спортзале, на Богдане. Так вот, сейчас надо понять, что вся страна – это люди, с которыми надо общаться и искать с ними общий язык. А искать общий язык людям с Порошенко, уже даже те 54%, которые за него голосовали, иногда задают вопрос что-то. Может, я где-то там не посчитал? Может, вот эта стратегия... Что, но голосовали же ведь великою любовью. Что стране нужен один тур, чтобы быстрее закончить войну, и вот скоро будет год, как вы наголосовались, чудики. Ты хотел на останок, чтобы мы поставили песню «Пришла война, окончен бой». Е? Она совсем свежая, да, я ее... Е? Ну, що, я уточнюю, тому що у нас не було часу домовитися перед ефіром. СМС-ки я тобі в ефірі не писатиму. Якщо вам це цікаво, мені було б... Ну, ми просто на кінець уже розмови
включимо, скажемо всім до побачення за те, що були з громадськими сьогодні протягом дня. Апельмон поїхав за місто. Не скаже Апельмон нічого за погоду. Як би не було тяжело, все одно. Рядок 85. Вибачте, все що не попередили. Надо жити на якомусь позитиві. Ми, коли третій тост піднімаємо на фронті, завжди стоя, завжди молча, це раніше було. Зараз прийнято у нас за столом говорити, ми не будемо горювати, що він ушов, ми будемо радуватися тому, що він був. Тому що смерть – це мгновення, і в випадку з Кузей намного краще так, ніж залишитися просто овочем, неспособним п'яти, ходити і говорити. А чоловік умирає два рази. Один раз – біологічна смерть, другий – коли о ньому забувають. Чувака не забудуть. Причому, ти пам'ятаєш, він всім завжди говорив «чувак». Навіть Баграєву, по-моєму. Ні, ну він, в принципі, я ж кажу, що з власного досвіду спілкування, за справжність, просто повага. Напевно, це найважливіше. В публічному пространстві таких людей було дуже багато. Ну, ми обидва слів не добирали в спілкуванні. Тут мене вже покрили матом за те, що я в день смерті згадую такі епізоди. Але я теж не вигадую якихось легенд, як воно було. Як не було? Було так, як було. Я можу згадати дуже багато епізодів і не буду їх прикрашати. Так що... Я вважаю, що якщо чоловік є що сказати, він не має реагувати на те, що ти говориш, а сказати щось своє. Я, наприклад, потім всі, у мене Кузя був, а Кузя і залишиться. І ми з ним, коли от якраз тут на Черновці ралі пам'яті Андрія Олександрова, у мене погибло три от сьогоднішнім днем дуже близьких мені Андрія. Це Андрій Олександров в 2007 році. В прошлом году Андрюша Гусин, и вот сейчас Андрей Кузьменко. И я тогда вышел, и он говорит, чувак, может ты кепку оденешь, что? Бо я такие потлаты, такие лысые, что люди не будут слушать, что мы говорим, будут только ржать. Это вот в этом был весь Андрюха. Дякую еще раз за купу информации, насправді. Це важливий був підсумок за сьогоднішній день. Ну і тепер на сам кінець уже після «До побачення». Все хорошо. Пісня виконання Олексія Мочанова. І знаєш, що бути добру. Когда закончится война. Прошла война, окончен бой. Вернулись мы к себе домой, к семье, работе и друзьям, оставив душу где-то там. Закончится война, пройдет война, наступит мир, зажжется свет внутри квартир, свет, а не мина, не фугас. Спросят дети, внуки нас, что было там, там, где закончилась война. Ты расскажи, расскажи им немного, какой была наша с вашей дорога там. Про то, как зарево землю и небо съедало, будто тушенку без хлеба там. Горел закат и небосклон, мы жизнь меняли на патрон. Гражданский ад, военным рай,
закрывай, круши или стреляй. Так может думать только тот, кто видит все наоборот, кто не прожил, кто не прожил, и клюя с проволоки не жил. В руках ока, в глазах закат, за жизнь, за землю, за ребят, за всех друзей в границах родин моей. Пройдет война, и мы встретимся снова, и как бы ни было в жизни хреново, пусть мы третий тост, не чокаясь, выпьем. И за столом вдруг поселится злыднем грусть. Мир вокруг нас ненадолго погас. Прошла война, и там, и тут вернулись мы туда, где ждут, не предали никогда. Село большие города, и в тишине пустых дорог во сне мы мчимся на восток, оставив душу где-то там, стоят кресты друзьям, где даже братских нет могил, где ветер с небом говорил, когда не началась война.